какие-то дни все меняется. Кто-то кому-то прощает вину, кто-то открывает свои объятия незнакомцам. Ты говоришь себе: «Я сделал, наконец-то, я здесь». Но тогда чего не хватает тебе? Дядя Эзель, смотри, какой у меня самолет. Красивый. Он летает? Да? Летает. Я все сделал сам, но кое-что не смог, и мама не смогла. А папа сегодня сделал. Молодец. Джан, иди поиграй в саду. Мы с дядей Эзелем сейчас придем. Ладно. Это ты сделал? Сделал, купил. Какая разница? Правда? Доброе утро. Доброе утро, дорогая. Проходи. У нас гости. Мерт? Какими судьбами? Тетя Мелиха? В какой-то день ты начинаешь видеть, будто с глаз упала пелена. Ты на мосту. Тетя, я рад тебя видеть. Где Джан? Он в саду играет. Проходите. Прошу вас, пожалуйста, где Элиф? Бахар, скажи, что принесли воды. Подожди. Это я, тетушка. Не трогай меня. Подожди меня здесь. Эзель, тетя Мелиха, мама Мерта. Очень приятно. Омер. Осторожно, садитесь. Они спрашивают тебя, кто ты? Омер, сынок, это ты. Они спрашивают, кто ты? Говори, кто ты, Эзель? Я не ваш сын, госпожа. Вы ошиблись. Я Эзель. Сынок. Я слышал о случившемся. Примите мои соболезнования. Но я не ваш сын. Осторожно! Не трогай меня! Мамочка! Не трогай! Не трогай! Мама! Не трогай! Мама! Уведи меня! Уведи меня отсюда! Вот и на месте. Я нашел улицу и дом Алибей, но, похоже, здесь нет фирмы. Больше похоже на мастерскую плотника. Где это? Минутку, я вхожу. Я высылаю тебе подарок из тюрьмы. Этот человек готов отдать за меня душу. То есть его душа принадлежит мне. Стамбул, 2006 год. Отныне его душа принадлежит и тебе.
но смотри, он многое пережил. Приглядывай за этим парнем, и в нем есть то, что я увидел в тебе много лет назад. Иногда мы стоим на краю обрыва, и иногда разбиваемся у подножья скалы. Трудно собирать осколки, и человек становится тем, кем ты хочешь видеть его. Так же с этим парнем. С этого момента поручаю его тебе. Эфик, что там? Говори же! Стамбул, 2009 год. Алибей, извините, похоже, я ошибся. Здесь делают полиэтиленовые пакеты. Извините, я ошибся, все чисто. Дядя Мумтаз, как поживаете? Добро пожаловать, сынок. Я как раз доделал ваш заказ. Садись, чай попьем. Спасибо, дядя. Мой начальник передал тебе. Он тебе признателен. Спасибо. Надеюсь, он придет как-нибудь, и мы вместе попьем чаю. Даст Бог, дядя Мумтаз. Даст Бог, наступит этот день. Сегодня я был на мосту. Внизу горело пламя. Позади меня стоял ангел, впереди дьявол. И оба задали мне один вопрос. Кто ты? На чьей ты стороне? На стороне любви или мести? Кто ты? Жертва или палач? И оба требовали, чтобы я сделал выбор. Мама! Мама, открой дверь! Мама! Мама! Она до сих пор не открывает дверь, Мерт! Скажи, чтобы открыла! Мама, открой на минутку, прошу тебя, мама! Мама! Мама, открой дверь! Ну, пожалуйста, мама! Мама, пожалуйста, открой дверь! Мама, открой дверь! Мама, прошу тебя! Мама, ну, пожалуйста! Мама! Мама, ну, пожалуйста, открой дверь! Мама, ну прошу тебя! Есть и третий вариант. Прыгнуть в огонь.